Морковный сок с мякотью, без соковыжималки, на блендере. Режем морковку крупно. Кладем в блендер, заливаем теплой водой, перекручиваем и процеживаем на крупном ситечке, чтобы с мякотью был. Получается вкуснейший сок морковный. Это уже не напиток, потому что он с мякотью. Ну, в принципе, в магазинах тоже напитки, все, не соки. Говорят, сок, сок. А везде 90% воды. Получается прям вкусный вообще морковный сок. Можно морковно-тыквенный делать, морковно-яблочный, свекольный. Овощные соки очень полезны. Такой вариант приготовления морковного сока. Попробуйте.